наш мозг думает про лето как про каникулы, в которых надо все делать, нужно все работать, нужно все отдыхать, вот черт знает что. Вот. Это ошибка. Потому что вы ставите себе слишком сложную задачу, и из-за того, что, значит, задача сложная, мозг начинает генерить кучу всяких разных тревожных мыслей. Ну, такой беспокоен, где-то надежда, где-то... Ну, какая надежда без тревоги, понимаете? Если бы надежда была без тревоги, то она была бы уверенностью.